не удастся никакому тренеру в мире изменить за ночь и за день. Вот тут уже чистый настрой, по-моему. Они сегодня боролись, падали за каждый мяч. Вот это мы и просили, чтобы они нам показали. Они показали и теперь сами радуются. То есть от нас тут ничего не зависит. Они сами кузнецы своего счастья. Вот они сегодня хорошо поработали и сделали себе кусочек счастья. Думаем, что это послужит хорошим примером для них. Они почувствуют вкус победы и будут продолжать дальше в таком же духе. Не знаю, чего чекать. Игры хорошие, думаю. Постараемся не многочисленных болельщиков не обидеть. Выигрывать – это классно. Вчера наша игра как бы не сложилась, потому что мы сами проиграли игру. Мы не поверили в то, что мы можем выигрывать, что мы слабее. А чем они сильнее нас? Как бы? Мы все равные. Сегодня мы настроились, хотели доказать, что все-таки мы можем, что мы команда. Собрали все командой вот перед игрой в раздевалке. Все собрались, все проговорили. Типа, вот, Дев, давай, давай, типа, можем, мы не слабее. Вот собрались, впечатления все ужасные. Девочки все рады, и очень приятно выигрывать. Мы это поняли и будем надеяться, что мы будем дальше выигрывать. Все, как бы, это не последняя наша победа. Усталость как бы есть, у нас хороший, ну, доктор хороший, он нас очень хорошо восстанавливает, у нас режим. Мы 10 часов уже должны как бы спать. Девочки все режим содержают, ну, содержат все. И думаю, мы выспимся, и завтра будем с новыми силами. Ми ще перед грою зібралися всією командою, у нас був бойовий настрій, і ми були настроєні тільки на перемогу. Ну, тренер говорив, по-перше, що потрібно вірити в свої сили. Ну, ми це і зробили, і доказали, що ми все-таки все можемо, тільки головне вірити в себе.